И всем снова привет моим подписчикам. Мы сегодня будем играть в хоррор-игру, которая называется Krampus is Home. Собственно, я ее прежде чем снимать маленько протестировал, то есть смотрел, какие настройки лучше всего для нее применить. Уже поднастроил немного. В общем, почему я ее снимаю? Тут один подписчик меня все просил: сними эту игру, сними, прикольная. Сними, сними ее. Но я решил, почему бы и нет. Только вот маленько трудно ее закачивать было, потому что нестандартный, там так сказать, способ. Нужно смонтировать образ, на этот образ записать файл, а уж потом с этого файла установить. Такая вот фигня. Но я все сделал, и теперь могу спокойно играть. Ну, я жму не продолжить, разумеется, а новая игра. Это я там маленько поиграл, чтобы понять. В общем, я так понимаю, на нас тут смотрят враги главные. И я так понял, что это будут аниматроники, потому что я скриншоты смотрел. Видно, что это аниматроники. Ну, бля, про аниматроников уже и так полно игр. Так, давайте смотреть, на какой лучше всего сложности поиграть. Безумная, нормальная или легкая? Я так понимаю, на безумные они там вообще все ходить будут. И вообще, нет, не все они по очереди ходить будут, но очень быстро, я так полагаю. Давайте легкую лучше. Да, начать новую игру. Лучше уж в легкую. Да. Извините, тут Steam этот чертов запускался. Сам собой при это прицепился, как банный лист. Так. Это, я так полагаю, мой домик. Рождество что-то какое-то бесснежное. Это я. Что-то смотрю по телеку. Чё я там смотрю? Опа! Кто это там в окне проскочил? Ну, на Крампуса он как-то не похож. А, вон. А, прикольно. Тут кто-то дерется. Чё за мульт, интересно? Не знаю, конечно. Так, давайте-ка я телек лучше вырублю, а то еще сейчас скажут какая-нибудь хрень тут, защищенная авторским правом. Я и так в последнее время с этими авторскими правами заебался. А тут еще. Так. Проверить террасу, говорите. Так. Давайте-ка свет включим. О. Получше хоть. А это у нас тут что? Спуск вниз, я так полагаю. О, посветлее будет. Так, давайте-ка я домик исследую. То как же я буду знать, где я нахожусь? Так, ага, это, я так полагаю, моя спальня. Так, ну да, мрачноватая обстановочка. А тут у меня шмот. Понял. Так, там выход на улицу получается. Ну, возможно. Что у нас тут? А, ладно. Понял, понял, понял. Так, а здесь? А, еще одна спальня. Видимо, я тут не один живу. Стоять, это что за фигулина? И еще. А, записки какие-то. Давай-ка. А, прочитать я могу. Так, 29 сентября. Мне нравится быть в одиночестве, но иногда я чувствую себя плохо. Надеюсь найти что-то интересное в этой области. А, прям как в кейсе Animatronics. Там тоже записки всякие были. Да, я в кейсе Animatronics играл. И мне кажется, эта игра похожей будет.
Если так, то надеюсь, она будет интересная. Потому что вот Case Animatronics, она интересная была. Я ее всю проходил, но только первую часть, во вторую не играл еще. Может, поиграю потом. Так, 13 октября, я начинаю слышать странные голоса, рассказывающие мне ужасные вещи. Я не знаю, что с этим делать. Понял. Ну точно, Case Animatronics. Так, давайте-ка дом повнимательнее исследуем, прежде чем выходить на балкон. Ну или на террасу, как там был. Может, еще какие-нибудь такие вот записочки найду. Потому что там, так сказать, я смогу восстановить историю. А кого хз? Мою историю или чью? Не знаю. Так, а здесь никаких записок нет, случайно? Здесь нет. В шкафу тоже нет никаких записок. Так, ну я полагаю, смогу использовать этот шкаф, чтобы прятаться от аниматроников. Здесь. Так, полочки он всякие. Но ничего такого подозрительного нету. Здесь он проволока какая-то. Тут телек. А там чё? А, это просто книжонка какая-то. Так, а больше я здесь полагаю ничего нету. Давайте-ка вниз сходим. Ёлочка рождественская. Тут стол. С угощением. Так, моя мама убила бы меня, если бы я прикоснулся к чему-либо на том столе. А, значит, я еще, так сказать, ребенок и живу со своими родаками. Получается так. О, хлопья. А если я на хлопья нажму? Нет. Ой. А, это же скороварка шипит. А что тут интересно варится? Это довольно горячо. Так, о, отключить, я так полагаю, надо. Отключил, и что будет? Это довольно горячо. Очень хорошо пахнет, я думаю, что это тушеная фасоль. А, тушеная фасоль, значит. Чай, кофе, сахар. Интересно. А микроволновка? С микроволновкой я взаимодействовать не могу. Так, а включить какую-нибудь из этих могу? Но тут не горелка, я не знаю, как эта штука называется, ведь плита-то, как я вижу, электрическая, а не газовая. Включил. И что мне это даст? Не знаю, что мне это даст. Холодильник. Я не чувствую себя голодным в данный момент. Швабра тут он какая-то. Мусорный бак. Еще. Так, а где здесь свет включать? Здесь? О! Вот так намного лучше. Пам-пам-пам. Всякая шняга. Ну или не шняга, но... Короче, всякие предметы тут валяются. О, а тут открытка какая-то. Или письмо. А прочитать могу? Оп. Дорогой Санта, в этом году я себя вел хорошо. На Рождество мне бы хотелось консоль для видеоигр и новый велосипед. А, прикольно. Но я так полагаю, ты, видимо, плохо себя повел в Рождество. Либо с кем-то поссорились. И вместо Санта-Клауса к тебе придет Крампус, чтобы тебя наказывать. Так, я не думаю, что мне следует быть на улице в такую ночь. А. Ну, больше, я так полагаю, мне здесь нечего делать. Стоять. А вот еще какая-то комнатка. Не, это тоже туалет. Здесь никаких записок. Ими тут и не пахнет. А это что? Типа подвал? Подвал, не подвал?
Ну не знаю я, короче, что это. Погнали наверх. Так, если честно, мне немножко уже становится не по себе. Атмосфера такая вот уже пугающая. Музон настораживает. Так. Так, тут у меня вот эта вот фигня, которая звенит. Я не знаю, как она называется. Или знаю, но забыл. Так. Он... Что-то, блин, боюсь я. Может, я вылез, а та хрень, которая прилетела, уже залезла в мой дом. Ничего нету? Ага, это тебе так кажется. В дом войду, а там хрень какая-нибудь. Или здесь поджидает. О, телефон звонит. Ответить на входящий вызов. Так. Привет, Себастьян. Мы все еще в пробке, думаю, что сегодня мы немного опоздаем. Твоя мама говорит, что она забыла выключить кастрюлю скороварку. Не мог бы ты отключить ее? Будь осторожен, ладно? Пока. А, я ее выключил уже, скороварку вашу. Значит, получается, главного героя зовут Себастьян. Такой, хорошо, этого должно быть достаточно. Уже сказал. Что мне надо делать дальше? Вот, блин, заранее сделал. Не надо было. Надо было... А, вот, надо было внизу оказаться. Раз уж я здесь, я мог бы включить огни рождественской елки. О, включил. А дальше мне что делать? Наверх идти, я так полагаю. Опа! Что это за вещь, лежащая на полу? Проверьте странный объект на полу. Идти ползком. Так, какая-то записочка. Раньше ее тут не было. Олень не любит, когда его игнорят. Ё-моё! То есть сейчас сюда придет какой-то олень. Я собираюсь позвонить моим родителям. А, я так полагаю, что это будет олень-аниматроник. Так. Ну, точно, но это точно кейс-аниматроник, потому что... Аналог я знаю там. Там был аниматроник сова в той игре. Она тоже не любила, когда ее игнорировали. То есть, она если на тебя смотрит, на нее тоже нужно смотреть. Не оборачивайся от совы, помню, пока она вас видит. Чё за звук? Олень идет. Блин, реально на оленя похоже. Так, ну, короче, точно так же, если я увижу оленя, нельзя от него отворачиваться. Так, звоню. Ну. Привет. Ой! Кажется, я видел фонарик в одной из спален. Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Только этого не хватало. Мне хана. Если олень зайдет сюда, мне хана. Мать, еще и темнота, я боюсь. Я боюсь! Спрячусь-ка я от этого оленя.
О, фонарик. Синий фонарик. Так, предмет хранится в инвентаре. Так. Значит, надо его взять. Чё тут? F, оборудовать или снять. Ну все, я взял фонарик. Быстро оборудоваться. 2 левая рука, 3 правая рука. Ага. Цель — проверить электрический щит. Так, а Олежка сюда случайно не пришел? Он ведь может. Этот гад. Вот он внизу, это точно. Чё, нет? Я не верю, он точно меня тут где-то поджидает. Здесь? Ой, да ладно, ну не верю я. Но прикрыться надо. За собой дверь надо прикрыть. О, вот электрический щит. Так намного лучше. Так, фонарик выключаем. Ну, со светом не так уж страшно. Хотя бы. Я вижу еще одну записку рядом со входной дверью. Проверить записку на земле. Чё тут? Эльф не любит воду. Блин. Сначала олень, теперь еще эльф какой-то. Если я не ошибаюсь, я видел водяной пистолет в кладовой снаружи. В кладовой снаружи, говорите? Значит, мне туда. С оленем я еще не столкнулся. Но полагаю, что он где-то тут. А тут сказали, еще и эльф какой-то будет. То есть вместо одного аниматроника теперь двое. Сейчас еще, блин, от эльфа от какого-то убегать надо будет. Я должен найти ключ, чтобы открыть эту дверь. Я думаю, что он может быть где-то на кухне. Ну что ж, идем на кухню. Фонарик почти разрядился. Мне нужно отключить его, чтобы сэкономить батарейку или найти новые батареи. Так, ну давайте я его отключу. О, блин. Я знал, что он может разряжаться. Опа! Ё-моё! А вот и Олежка! Ну да, это аниматроник. Он, видите, он железный. Так, олень, я не хочу с тобой сталкиваться. Иди давай наверх. Пока ты там наверху шастаешь, я найду свой ключ. Не будем мешать друг другу. О, а вот и ключик. Ключ от кладовой. Или от кладовой. Не помню уже, блин. Ой-ой-ой. Это что, эльф? Блин, мне только эльфа не хватало. Я так понимаю, олень-то за мной вот так вот просто не гоняется, а эльф, я так полагаю, будет гоняться уже. От эльфа надо будет валить. Дверку прикрою, так. Блин. Я боюсь. Сейчас вылетит этот эльф. Чертов. А я видел там еще и третий, вот я так полагаю, сам Крампус. Блин, когда Крампус придет, я думаю, это вообще будет жесть. Так. Ой. Олень вышел. Открываем дверь.
Заходим сюда. А дверь мы запираем. На всякий пожарный. Батареек я тут не вижу. О, зато можно включить свет. Батарейка. Предмет хранится в инвентаре. О, водяной пистолет. И записка. Так, опа, он тоже, я так полагаю, не вечный. У меня тут вон есть 5 выстрелов всего. Так, мне нужно добраться до беседки в задней части дома. Там мне будет относительно безопаснее. Направиться к беседке. Так, целиться. Правой кнопкой выстрелить левой. Так, я не пойму, а как мне заряжать фонарик? Ой, олень пришел ко мне. Ой-ой-ой-ой. Это плохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Не подходи ко мне. Ай, я его игнорировал. Сделал ошибку. Блин, Олежка, не лезь ко мне. Изыди. Олень. Нет-нет-нет-нет-нет, ты меня загнал в ловушку. Но я уже не смогу выйти. Сейчас, если я попробую пройти, ты меня грохнешь. Давайте хоть попробуем фонарик зарядить, что ли. А как мне его зарядить? Управление здесь есть? О, управление. Так. Прыгнуть. Чувствительность повысим маленько. А, тут прыгать можно. А, прикольно. Ёбаный в рот. Это было неожиданно. Блять. И нахера я отвернулся? Ну ладно, начать с последней контрольной точки. Бля, ну Steam этот чертов. Все лезет, лезет. Не запускал я этот Steam. Так, все, я снова. В этом месте. Цель направиться к беседке. Так я не понял, я тут что, свет еще не включил? Твою ж маму. А это что? Так, 17 октября. Вчера, когда я был на заднем дворе, я увидел силуэт чего-то похожего на животное. Возможно ли это? Я понял, ты увидел оленя. Уетишкин пистолет. Что я сделал? Я отрубил электричество или наоборот его включил? Включил сейчас, значит. Как я отсюда теперь вылезу? Тут темно и страшно. Заебали! Я от первого-то скримера еще не оправился, а тут второй. Так, это, я полагаю, был эльф. Ну кто же еще? Это был эльф. Ебучий эльф.
А, блин. Вы заметили, наверное, что я теперь матом стал говорить. Ну, собственно, уже все равно. Самое главное, слишком много не говорить. Так, значит, можно комбинировать. Да черт. Да не с пистолетом. Ой. Опять этот ебучий олень. Ну чё уставился, рогатый скот? И как мне зарядить фонарик? О, во! Зашибись. О, блин. А ты такой страшненький. Слушай, бяшка. Давай мы не будем мешать друг другу, лады? Да, блин, да разве ты меня услышишь? Как мне от тебя избавиться? Воды-то ты не боишься. Это точно. Хотя я как-то, помню, мог пролезть осторожно через него. Ай! Еее! Ну ты близко ко мне подошел, чувак. Ты меня сейчас грохнешь. Или, по крайней мере, должен был грохнуть. Но я все равно сейчас ничего с тобой не сделаю. Ты меня грохнешь, если я попробую вылезти. Ну да, бесполезно по тебе стрелять. Куда я иду? Давай убей меня, паскудина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, уже не так страшно. В первый раз страшно было. Сейчас не очень. Ась! Почему ты запускаешься? Постоянно, когда я жму. Повторить. Вот Steam. И Steam. Все. Ёб! Вот как олень сюда зашел. Блин, ну и как я теперь от тебя уйду? Дверь-то была открыта. Чё, эльф? О, эльф летит, вон он, я его вижу. А чё будет, если я по тебе выстрелю? Ты ослеп? Зато олень ко мне лезет. Ну вы забагались. А, блин, вот это баг. Олень забагался, меня грохнуть не мог никак. А пипец прям какой-то. Опять Steam. Я не знаю, что делать. Почему Steam постоянно запускается? А сколько я уже играю, интересно. Так, делаем... Так, действуем быстро. С, С. Точнее, С, Ф, С. И идем. Сейчас сюда придет... чертов олень. Мы взяли батареи. А, выключатель, вот он. Эльфик прилетел. Ты какого черта? Я ж по тебе стрелял. А, я понял, надо стрелять ему в лицо.
Все, понял. Стреляю в лицо эльфу. Все, в части тела стрелять бесполезно. Да, я с двумя-то аниматрониками вон уже на Майлз, а когда третий придет, это вообще пиздец будет. Эти паскуды еще и дверь открывать умеют. Это что? Это что, эльф? Или это не эльф? Блин, я уже не знаю, как выйти из этой комнаты. Олень скачет. Ага, значит, олень решил ко мне сходить в гости. Так, надо тебя как-то убрать. Вот только как? Ты же здесь железный, блин, цуцик. Везде скачешь. О! Так. Сейчас я вылезу, а тут эльф. Ран! Так, про какую беседку он говорил? Олень. Бля, главное, чтобы он меня не заметил. Ой, эльф! Ну все, сейчас я тебе... Все, иди в жопу, говнюк. А, блин, вот говнюк, а. Надо было от него убегать. А как мне перезаряжать водяной пистолет, интересно? Так, ладно, наверное, на этом пока все. У меня, как я вижу, что-то ни хрена не получается нормально. То ебучий олень, то ебучий эльф. Опа! Если этот звук я слышу, то вроде это означает, что меня спалил олень. Сейчас он примчится ко мне. Что за... Какой-то пидор вырубил электричество. Опа! Олень пришел в гости. Давай, иди сюда. Железный гад. Орёт вон еще. Вот чудище. А. Блин, вот про какую беседку он говорил? Не пойму. Так.
That's shit. Ну ладно. Так, я полагаю, вон та беседка. Только надо быть осторожным, там же олень. Может быть, еще и эльф. Так, олень ушел. Это хорошо. Да, нихуя он не ушел. Ублюдок железный. Тык-дымский конь, нахер. Ты мне... Олеша. Ну, блин, ты мне не дашь отсюда уйти. Это точно. Или же дашь? Отвали от меня, железный кретин. Да что ты орешь, придурок? Ну, ты меня сейчас грохнешь. Хватит орать. Ну и как мне теперь здесь ходить с этим оленем? И вообще, сюда ли я пришел? Мне кажется, я вообще пришел в какое-то левое место. О, вот и ловушка. Ах ты, паскуда! Завел же ты меня все-таки в ловушку, Олеша. Ой-ой-ой-ой-ой. Но он меня здесь грохнуть может. А если его перепрыгнуть? Ба-да-да-да-да-да-да. Ба-да-да-да-да-да-да-да. Все, ты уже не страшный. Я привык к тебе. Ну ладно, на этом, наверное, все-таки все, потому что я... Что-то у меня не получается. Надо разобраться, что это за беседка такая. Я не знаю, потому что... Про какую беседку он имеет в виду. Но все. До новых встреч.